Давайте посмотрим новый продукт. Идея для продажи на Амазоне. Это Toilet Camping. А вот такой вот интересный товарчик. Можно разложиться везде и, соответственно, решить свою проблему. Заходим на Alibaba, смотрим, что такой товар стоит 7,8, в зависимости от количества штук. Если больше 1000 штук, 7 долларов. Так, посмотрим, сколько продается. Запускаем X-Ray. 120 долларов скидка по ссылке под этим видео. Так, запускаем ревеню. Так, вот, к примеру, вот такая модель, 40 долларов. Так, и сколько он тут штук продавался? Так, вот, он на 108 тысяч долларов за последние 30 дней. 108 тысяч долларов. Значит, можем посмотреть по калькулятору, сколько можно заработать. Так, если на Alibaba, ну, грубо говоря, 7 долларов возьмем. Так, вставляем 7 долларов, и цена 40 долларов продажная. ROI 140%. Интересный товар. Хотя тут он за 31 почему-то показывает, продается. Тут 34. Ну окей, возьмем эту сумму, 34. Так, 34. 93% ROI. Но опять же, мы можем продавать дороже, нам не обязательно быть самыми дешевыми. Что-то можем добавить. Заходим на Alibaba, точно так же Camping Toilet вводим и видим, что тут, правда, цена дороже, но тут немножко другая модель. Так, 10 долларов, 18 долларов. Одиннадцать, 9,9, 7,99, 8, 7,9, 9,9. Но опять же, это цены, которые всегда можно обсуждать, писать поставщику, и поставщик даст более реальные цены. 7,55, вот уже близко. 17, это дорого. 17. Но опять же, рассчитывайте, что тут нужна большая партия, потому что продают очень много. Но вот этот товар недавно запустили, 34 доллара. Тут продажи покажет, не покажет. Сейчас посмотрим. Но тут пока нету данных по продажам. Также можем зайти, посмотреть, в какой подкатегории продается этот товар. Для этого вот мы заходим сюда. И смотрим вот эту нижнюю подкатегорию. Не основную категорию, спорт, а вот это Sanitation Products. Можем посмотреть, кто лидеры в этой категории. Но тут вот бандл продают, то есть набор из самого туалета и палатки, где можно спрятаться. Вот отдельно продают 29,99. Вот 39,99 продают. Так, ну если мы этот посмотрим по калькулятору,
если мы найдем за 10, а если мы будем продавать за 39,99, как тут, грубо говоря, 40, и найдем за 10 долларов производства, тогда ROI 70%. Лучше, конечно, чтобы больше 100 было процентов ROI. И можем посмотреть, сколько продает этот продавец в месяц. Нету данных. Пустые. Нету данных. Нужно смотреть другого. Так. Ну, в общем, вот такой интересный на самом деле товар. Поставьте лайк, если понравилось видео. Пока.